А теперь к главной статистике дня. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 299 новых случаев COVID-19. И эта цифра, к счастью, за последние месяцы стабильно идет на снижение. А как влияют на нас тающие буквально на глазах цифры по ковиду? Заставляет ли горожан эта тенденция на снижение немного расслабиться и, скажем, перестать носить в магазине маски? Сегодня это мы и выяснили на улицах города. Мне кажется, мы ее никогда не снимем. А хотя должны снять. Знаете, надо так надо. Я вообще-то переболела, могу не носить. QR-код с собой ношу, с паспортом. Поэтому, ну надо. Я считаю, что дисциплина – великое дело. А без дисциплины ничего, ни с чем мы не справимся. Да, в помещении обязательно. Я прививку сделала, маску ношу, соблюдаю вроде бы все. Вроде бы меня устраивает. Считаю, что маски носить все-таки нужно. Потому что, как говорится, береженного Бог бережет. Вот. Ковид не дремлет, поэтому маска все-таки нужна, особенно в общественных местах. Так что носите маски.